В Саратовской области разработали штукатурку, которая позволит сэкономить до 40% тепла. Строительные смеси производят на одном из саратовских предприятий. Новая технология обработки стен уже была опробована при строительстве многоэтажки. Результат оценила Елена Губенкова. В огне не горит, в воде не тонет. Абсолютно уникальную строительную смесь демонстрируют на саратовском предприятии. Здесь разработали теплоизоляционную штукатурку. О плюсах директор завода может рассказывать часами. Смесь наносится быстро, в один слой, совсем не горит и при этом сохраняет до 40% больше тепла, чем все существующие сегодня методы утепления фасада. Она не выпускает теплый воздух из помещения, но при этом позволяет зданию дышать. Штукатурка гидрофобная, штукатурка спасает здание от разрушения и спасает от таких проявлений, как грибок. Многие у нас знают, где вот утепленное здание есть, появляется внутри на стенах грибок. Так вот, при применении вот этой штукатурки Тефон грибка не будет, потому что эта дышащая штукатурка, она работает как мембрана. Технология не только надежная, но и недорогая. Штукатурку производят из остатков золы. Уголь сжигают в печах, пепел промывают, а из тех элементов, что всплывают на поверхность воды, получают конечный продукт. Здесь, на заводе, стараются разрабатывать строительные материалы, которые обойдутся недорого и при этом прослужат долго. Вот он изгиб, то есть никаких трещин не появляется на этом изгибе. То есть он настолько эластичный, этот клей, для наружной теплоизоляции, что вот мы его согнули, он не лопает. Сейчас любой другой клей, если наносим, начинаем его, он начинает трещать. Новые технологии уже внедряют. Теплоизоляционную штукатурку опробовали при утеплении фасада новостроек. Чиновники присматриваются. Говорят, нужно выходить на другие объемы и сделать эту смесь основой для утепления всех возводимых домов. Это та современная технология, которая может на сегодняшний день использоваться фактически на всех уровнях строительства. Это энергоэффективная штукатурка, которая 3 сантиметров, которые мы сегодня видели, может заменять кирпич фактически. И те теплоизоляционные слои, которые есть сегодня, по количественному составу, по срокам, по цене, по нагрузкам на фундамент при правильной работе с проектировщиками могут быть потом снижены. Технология будет востребована в Саратовской области и за ее пределами. Поскольку штукатурка недорогая, ее использование при возведении новостроек к тому же позволит снизить стоимость квадратного метра жилья. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.